вітання, шановні глядачі. В ефірі «Гаряча лінія». Я Федір Бондар. Сьогодні гості нашої студії. Валентин Чистий, директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Миколаївській області. І Ольга Присенко, адвокат. Я вас вітаю. Протягом передачі ви будете періодично бачити на екрані номер телефону 0800 213 103. Це телефон, за яким ви можете звертатися в будь-який час. Це всеукраїнський номер телефону. Якщо у вас виникли проблеми, котрі потребують втручання саме тієї служби, про яку ми сьогодні говоримо. Тобто тих структур, які забезпечують безоплатну правову допомогу. Що ж воно таке, чим займається центр? Будь ласка, Валентин Олександрович, докладніше, чим займаєтесь? От уже 5 лет, більше 5 лет діє закон про безплатную правовую помощь населению в Украине. Этот закон был принят на основании международных обязательств Украины перед организациями международными ООН, Совет Европы и прочими. Он предусматривает бесплатную правовую помощь определенной категории населения. Эта помощь делится на две категории. Первичная, когда людям разъясняются их права, организации, куда можно обратиться. Оказывается, помощь в составлении жалоб, заявлений, обращений. И эта первичная правовая помощь оказывается всем без исключения, все без исключения категории граждан. Оказывает эту первичную правовую помощь, обязаны оказывать по закону все учреждения организации, в том числе и наш центр и структурное подразделение нашего центра. Вторичная правовая помощь – это означает доступ к правосудию. То есть, когда человеку понадобится квалифицированная юридическая помощь для представительства интересов в судах, для защиты прав подозреваемых и прочей категории лиц, значит, тогда это вторичная правовая помощь. Механизм помощи такой, либо к нам приходит постановление суда с органов досудебного следствия, это по уголовно-процессуальному процессу. А если это гражданский или административный процесс, эти лица обращаются в подчиненные нам центры. Наш центр действует с октября 2012 года. С 1 января 2013 года мы оказывали помощь по уголовно-процессуальному кодексу, процессу. Это по досудебному следствию, представительству в судах первой инстанции, второй инстанции, апелляционной и конституционной, вот. И оказание помощи осужденным лицам по всем категориям. В 2015 году, кроме того, были созданы еще три центра бесплатной правовой помощи. Вознесенский, первый центр и второй центр. Эти центры распределили между собой буквально все районы Николаевской области. Они оказывают помощь по административным и хозяйственным спорам, делам. Вот, определенной категории населения. Вот хочу подробнее. В законе про безоплатную правовую допомогу есть статья 14, которая определяет перечень этой категории. Это лица, которые малообеспеченные, инвалиды первой и второй группы, которые получают пенсию или пособие по болезни. Это воины АТО, участники боевых действий, это дети-сироты. И там прочая категория, там всего 13 категорий, нет смысла их сейчас перечислять. В любой момент человек может обратиться за консультацией, мы дадим более развернутый ответ. Вот. До прошлого года, вот с января 2017 года, в прошлом году, в конце года, принят закон о внесении изменений в наш. И права людей, которые обращаются за помощью, значительно расширены. В первую очередь, если раньше малообеспеченность определялась исходя из совокупного дохода всей семьи, то теперь она определяется из дохода только от заявителя. То есть, если у него минимальный размер там, пенсии или заработной платы, или он получает социальное пособие, тогда он подпадает под эту категорию. Если раньше лица, не имеющие удостоверения участников АТО, принимавшие участие в боевых действиях, не получившие еще, не могли обратиться, пока нет удостоверения, то сейчас, наоборот, разрешили им это, потому что большая категория обращений связана именно с тем, что им не дают такие удостоверения. Это переселенцы,
и прочие категории. Это услуги значительно расширены, количество людей увеличилось, но мы успешно работаем. Если можно немножко... И сейчас еще последнее. И где-то с 1 сентября 2016 года были созданы бюро по оказанию бесплатной, вторичной и первичной правовой помощи в каждом сельском районе города Николаевской области. 18 бюро. В Николаеве обслуживают центры, в Николаево-Вознесенские центры, там бюро не создавались. Вот эти бюро оказывают и первичную, и вторичную правовую помощь, в том числе представляют интересы обратившихся в судах, ну, в различных инстанциях, где надо, необходимо такое представительство. Также мы представляем интересы потерпевших в уголовном процессе, свидетелей, в общем, круг лиц большой. Ольга, вы как адвокат, ну, во-первых, как давно сотрудничаете с центром, и в чем, собственно, заключается ваше сотрудничество, когда, почему к вам обращаются, и в чем ваши функции? Да, я сотрудничаю с центром, в первую очередь с региональным, и с 15 года, вернее, с 16 года с первым и вторым городскими центрами надания безоплатной правовой допомоги, с региональным с 14 года. Сотрудничаю на основе контракта. То есть в плане предоставления безоплатной правовой допомоги на основании контракта участвую в разрешении спорных вопросов для обратившихся граждан за соответствующей безоплатной правовой допомогой. Это только судебные процессы или шире? Это не только судебные процессы, это также предоставление консультаций, начиная с консультаций, также получение определенного рода документов, которые заявитель не смог получить самостоятельно в результате каких-то там задержек, проволочек, и в том числе и разрешение судебных споров, участие в разрешении споров в суде. Можно ли как-то очертить круг вопросов, с которыми обращаются, и в которых вам приходится, в разрешении которых вам приходится чаще всего принимать участие? Да, на сегодняшний день я, в принципе, могу уже выделить топ заявлений, то есть вопросов, с которыми чаще всего приходится столкнуться. В первую очередь, это, конечно, защита прав, порушенных прав участников АТО, участников боевых действий. В основном эти вопросы связаны с получением денежной, обязательной денежной помощи и назначения пенсии. К сожалению, на сегодняшний день участники боевых действий, которые получили или получили ранения, пришли, были демобилизованы, сталкиваются с, как сказать, вопиющим непониманием со стороны вот органов Национальной гвардии и воинских частей. И в результате назначение денежной помощи происходит очень долго и длительно. Моя роль заключается в том, что, то есть у адвоката есть такой инструмент – адвокатский запрос. И, как показывает практика, направляю адвокатский запрос, в котором четко указан срок предоставления информации, ссылки на статьи, которым предусмотрена ответственность за непредоставление информации и препятствование осуществлению адвокатской деятельности, все-таки дает свой результат. И мы, то есть, довольно-таки скоро получаем нужный документ. Также на сегодняшний день у меня есть один спор, рассматривается в суде по поводу назначения обязательной денежной помощи. Надеюсь, будет он решен положительно. Хочу отметить также, что в перечне часто встречающихся вопросов одним из основных вот часто встречающихся является начисление, порядок суммы начисления коммунальных платежей. К сожалению, то ли человеческий фактор, то ли несовершенство системы начисления электронной системы документа оборота, предприятие, которое предоставляет коммунальные услуги, то есть
оставляет желать лучшего. В частности, хочу отметить вот несколько есть споров заявителей, касающихся начисления платы пользования газом. В результате вот, заявители утверждают, что в принципе необоснованные суммы или как? Да, значит, получая вытяги о начисленных суммах, фигурируют разные цифры. Направляя адвокатские запросы, получая на него ответ, невозможно определить основания, нормативно-правовые основания начисления этих сумм. Я бы, в принципе, была бы и рада, что, ну, то есть, мы для разрешения данного спора обратились вот с заявителем в суд для разрешения данного спора и все-таки получить основания начисления тех или иных сумм, с которыми мы были не согласны. Хочу сказать, что прежде в ответах на мои адвокатские запыты я также не получила четкого ответа, ссылки на нормативно-правовые акты, хотя мною были как бы поставлены конкретные вопросы. И я была бы рада, чтобы уже состоялось это заседание и все-таки ответ был бы дан. Однако и на сегодняшний день еще до заседания значит, был дан ответ, что эти суммы, начисленные суммы, с которыми мы были не согласны, они аннулированы, осуществлен перерасчет. Вот, и то есть заявителю даже выставлен акт, в котором числится переплата. Я хочу, ну, то есть, пользуясь случаем, хочу обратить внимание, значит, населения, людей, которые столкнулись с такими проблемами и чувствуют, получая платежки, чувствуют, что начисленные суммы не соответствуют действительности, не соответствуют документам, которые они подали, и данным, которые учитываются предприятиями при начислении сумм. Пожалуйста, будьте пытливыми в этом вопросе и обращайтесь за правовой помощью. Смысл не в том, чтобы предприятие привлечь к ответственности, предприятие, которое предоставляет эти коммунальные услуги, к ответственности и чтобы начислить какие-то штрафные санкции. Смысл разобраться и упорядочить процедуру начисления и внести в этот вопрос какую-то определенную ясность. Вот немножко глобальный, может быть, вопрос у меня к вам обоим. Как бы вы, в принципе, оценили уровень правосознания наших граждан? Ведь очень много зависит и от этого. И способность защитить свои права, и отреагировать должным образом, да и просто обратиться за помощью. Если говорить о масштабах области, конечно, когда мы начали эту работу, мы убедились, что уровень правосознания очень низок. В первую очередь из-за того, что те организации, которым положено было этим заниматься, занимались формально. И вот когда сейчас у нас открылись бюро, особенно в сельских районах, когда мы встречаемся, делаем выездные приемы, встречаемся с жителями, ясно, что вопросов очень много, буквально очень много. Во многом влияло на это и то, что в сельских районах недостаточное количество адвокатов, 1-2, они стоят деньги, и народ просто не в состоянии к ним обратиться. Поэтому вот я хочу сказать, вот в прошлом году, вот с начала работы, за год мы обработали 10 тысяч извернений, обращений. Вот. И это еще, я считаю, не предел, необходимо идти вглубь. И во втором, что какая у нас задача, это повышать правовую способность общины. Сейчас созданы новые общины, там тоже много вопросов, много разъяснений. Для чего это надо? Чтобы люди знали свои права. Чтобы люди знали, где их обманывают, и политики, может быть, обещают же много. Чтобы они научились разбираться, чтобы они знали, когда обращаться в суд. Когда можно решить вопрос, просто обратившись в наше учреждение. Ну и по-разному. И эта работа еще будет расширяться. Я так уверен, с каждым годом у нас все больше и больше обращений. Поэтому я считаю, что правовое сознание наших граждан области
еще не на высоком уровне, и там еще большое поле для деятельности. Давайте. Согласна с Валентином Александровичем. Хочу дополнить, что вот точно так же, как наша жизнь перенасыщена рекламными бигбордами, сейчас, когда наше общество стало на путь грандиозных изменений, перемен, я считаю, что вот в вопросе повышения правосознания мы также должны пользоваться маркетинговыми какими-то инструментами. Элементарные права, указанные, предусмотренные Конституцией Украины, то есть высшим законом нашего государства, нормы которого имеют прямую силу, то есть нарушения которых, за нарушение которых мы имеем право обращаться напрямую в суд, должны доведены до население самым прямым образом, самым непосредственным образом, начиная от брошюр, листовок, заканчивая социальными рекламами на телевидении и средствах массовой информации. Это еще главное, чтобы люди сами хотели это узнать, да? Важный момент. Это важно, потому что это нормы, по которым живет наше государство, нормы, по которым живет общество. Ведь если как раз осознания этого, судя по всему, не хватает. Слишком долго люди были уверены, что от них ничего не зависит. Мы поэтому собрались, я хочу просто напомнить, как мы с вами познакомились, Федор. То есть это случай прямой, наглядный случай, когда незнание людей своих прав привело вплоть до привлечения их уголовной ответственности. Этот случай был связан с нарушенными правами переселенцев, людей, которые очень пострадали, жители Донецка, у которых дом находился вот в границах, вблизи аэропорта, который попал под обстрел. Значит, люди очень настрадались и переехали жить вот по воле случая в Николаевскую область, в Очаковский район села Куцуруб. И им была предоставлена государственная помощь как временно перемещенным особам. И именно по незнанию оснований предоставления этой помощи и именно оснований лишения такой помощи от государства, значит, в результате расследования, которые социальные службы провели, они были не только лишены предоставления этой помощи, а также привлечены к уголовной ответственности. Хотя в понимании людей они делали все правильно, они получали деньги, то есть если в двух словах, получали деньги и тратили их на обустройство своего дома. Вот. То есть я считаю, что здесь как незнание своих прав, незнание порядка получения тех или иных социальных гарантий, так и в неком втором роде бездеятельность работников служб, то есть привела к такому случаю, как с такой ситуации, когда люди, настрадавшиеся, действительно получившие колоссальный удар от судьбы, плюс были также привлечены к уголовной ответственности. Что можно посоветовать другим переселенцам, чтобы они не попали в просак таким вот образом? Это не только переселенцев наверняка касается. Это касается абсолютно всех. Вот перед какими решениями все-таки может быть обращаться опять-таки в центр? Перед принятием решений, которые касаются гражданского статуса, которые касаются прав на недвижимость, семейных, прав, связанных с семейным правом, получение каких-либо денежных помощи от государства, которые осуществляются за счет государственного бюджета особенно. Да и вообще в любой ситуации, которая связано так или иначе с вопросами, регулированными нормами права, мы рекомендуем обращаться за помощью адвоката, за правовой помощью. Тем более на сегодняшний день, вот я повторюсь, как уже было сказано Валентином Александровичем, на уровне государства, на уровне законодательства созданы все условия для того, чтобы эта правовая помощь, безоплатная в том числе, была предоставлена. Я хочу добавить не только конечно. К адвокату, но и в бюро, и центр. Да, в центр надания безоплатной правовой допомоги. Угу.
Валентин Александрович, вот вы упомянули о том, что за прошлый год вы обработали, приняли и ответили на 10 тысяч обращений, и их все больше становится. А можно ли чем-то измерить результат? Столько-то обращений рассмотрены, решены положительно, столько-то продолжают рассматриваться какие-то судебные процессы и так далее. Вот в чем-то выразить результат работы? Ну, если результат работы выражать, сколько заседаний проведено, сколько дел разрешено, сколько осталось, это будет неправильное такое, мне кажется, статистическое подсчет. Угу. Ну, мы ведем статистику по качеству, то есть да. Сколько дел выиграно, сколько оказана помощь такая результативная. У нас будет. Таких фактов очень много. У нас есть, у меня есть статистика, я как чувствовал, ее взял. Или вы увидели на руку? Нет, ну это логичный вопрос. У нас 37 адвокатов выигрывали дела. То есть это связано с оправдательными приговорами. Причем у нас по Украине оправдательные приговоры – это большая часть от всех адвокатов. Адвокаты бесплатной правовой помощи. Это о чем говорит? О качестве, о том, что они больше подходят за это. Это наказание ниже минимального. Это освобождение от отбытия наказаний. По гражданским делам, вот призначение, назначение пенсии за возрастом участнику АТО, там есть свои особенности тоже, вот. И прочее, прочее, прочее. В основном категория какая у нас? Да, собственно, вся. По гражданскому праву и жилищные, и договорные, и наследственное право. Даже нам приходилось оказывать помощь предпринимателю в споре с банком. И, конечно, мы сначала были в недоумении, но потом разобрались в этой ситуации. Как правило, это качество этой помощи нам проверяется, мы мониторим действия адвоката, мы приходим в суды, смотрим. Хочу, может быть, с гордостью сказать, может, с этим, то тот отбор адвокатов, который нами произведен, с которым мы заключили контракты, жалоб практически очень мало по сравнению. Очень. Ну, на год, одна, две, три. И, как правило, они не подтверждаются. Бывают люди хотели что-то лучшего или, ну, или им так казалось. В основном основная причина замены адвокатов – несогласованность позиций, как считают сами обвиняемые. Им кажется, что он должен был делать так. Он говорит, нет, так нельзя, это незаконно. Это, ну... Неоправданное ожидание. Да, 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 неоправданно, правильно сказали. Вот. А качество у нас высокое, и поэтому люди к нам идут. Отказываются от платных адвокатов, переходят на бесплатные, заявляют ходатайство. Тут мы можем сказать, что работа у наших адвокатов организована очень высокопрофессионально и правильно. Плюс, плюс. С сентября такие же услуги оказывают наши центры и бюро по гражданским и административным делам. Тоже они выступают, мы распространяли опыт первого центра, там очень много благодарности, очень много помощи. Причем следует учесть, что обращаются те люди, которые бывают по 20 лет судятся. Вот тоже пример, у нас был один пенсионер, он ходил регулярно как на работу во все органы, потом обратился к нам как последней станции, и достаточно оказалось запроса адвокатов, чтобы ему пересчитали пенсию, он получил, по-моему, около 47 тысяч перерасчет пенсии лет за 8. Там, ну, с момента первого обращения. Ну, то есть такими мы гордимся, вот адвокатами, и такой работой. То есть можно ли сказать, что обеспечены всем необходимым, обеспечен центр и ваше подразделение, или все-таки кадры еще не помешали? Ну как, кадры никуда никому не мешали. Но я хочу сказать, у нас все на руководящие должности, у нас отбор только через конкурсы. Директора местных центров через конкурсы, лица, которые занимаются правопросветительской деятельностью, они прошли конкурс, причем с участием даже не на нашем уровне, а на уровне киевских представителей, общественной организации, представителей фонда, вот, фонд возрождения, фонд канадской помощи правовой. Они приезжали сюда в Николаев, производили отбор или так. На все должности начальников отдела, прочих, то же самое, через собеседование, через учение. То есть, хотя зарплата, ну, не скажу, что сильно высокая. Скорее, по сравнению с госслужащими значительно меньше, тем не менее народ держится, и текучесть кадров у нас низкая. Я хочу у нас буквально минутка, да, давайте, Юля.
Хочу дополнить, что да, очень приятно, приятно общаться и содействовать с работниками центра. Действительно, уровень общения очень высокий, интеллигентный и очень уважительный. Это бессомненно, это подтверждение вот слов Валентина Александровича. Поэтому обращаясь в центр, заявитель, клиент центра столкнутся с тем и будут приятно удивлены тем, что обслуживание и, будет на достойном уровне. Я думаю, может быть, после сегодняшней нашей передачи и разговора уже не будут удивлены, они уже будут этого ожидать. И буквально перед тим, перш ніж попрощатися, я ще раз нагадаю номер телефону, за яким ви можете звертатися. Це всеукраїнська гаряча лінія з питань безоплатної правової допомоги 0800 213 103. Ви бачили цей номер протягом передачі. Я дякую нашим гостям. Безплатно, зі стаціонару. Зі стаціонарного безкоштовно. Дякую гостям, дякую всім, хто був з нами. Все найкраще. Спасибо вам, всім, хто нас слухав, бачив.